поставил на плиту. Уже, кстати, вода нагревается. И уже такой аромат просто божественный. Короче, доведу до кипения, покажу. На большой огонь поставил. Ручков вытащил. Ну, вот, могу показать. Опускаем ложку. Поэтому, как многие промывают, я так не делаю. Не вижу смысла. Потому что маленький какой-то жучок. Потому что их может быть собрать в пенке с отдельно этих жучков. А так, если промывать, то пыльца вся. Не вся, но часть пыльцы уйдет в унитаз, как говорится. Поэтому смысла не вижу. Такая здесь летняя кухня. Банки, банки, банки. Такая красота. Все, закипело. Сейчас минут 20 варится. Огонь уменьшу. Кипушка. Заперно варится. Уже жидкость такая становится коричневого цвета. Как я уже говорил, чем больше точков, тем будет более насыщенный вкус и более такой коричневый цвет. Если совсем мало, как многих рецептов, 40 цветочков на пол-литра зачем-то, так очень мало, он будет бледный-бледный. Но на любителя, и вкусный будет насыщенный. В следующий раз хочу я поэкспериментировать. Этот раз будет как бы классический вариант, хотя обычно готовлю. А вот следующий у меня будет экспериментальный. Кстати, лимонную кислоту еще надо сюда. Блин, забыл. Ладно. Варится, варится. Все остыло, сейчас буду отжимать. Доставать. Нет, дуршлака я куда-нибудь перелечу. А так буду доставать, отжимать, выкидывать. Вот это вот безобразие. Все. Траву всю вытащил, отжал. Сейчас поставлю кипятиться и буду высыпать сахар. Тут где-то 4 литра, ну 4 килограмма сахара сюда пойдет. Такая коричневая масса получилась. Ну так, когда начинает закипать, вот какая она черная, получилась жидкость, такая темно-коричневая, потому что я довольно много пятерванчиков. И высыпаем сахар. Сейчас каждый пакет будет сыпать, перемешивать. 4 пакета, или 5, смотрим. Первый пакет буду его размешивать. Все, пенку собрал, все сварилось. Завтра загустеет, остынет и загустеет. Завтра покажу, что получилось.